Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Луиза Буржуа, американский скульптор, живописец и график французского происхождения. Родилась в 1911 году, 25 декабря. Ее детство прошли в Эвьюсоне. У родителей была мастерская по реставрации шпалер. В эти ранние годы Луиза стала свидетельницей супружеских измен отца с английской гувернанткой, которая жила у них в доме. Эти события и смерть матери в 1932 году, попытка самоубийства, сложные отношения с отцом оставили глубокие эмоциональные раны, от которых Буржуа пыталась освободиться в дальнейшем при помощи творчества. Я цитирую переводную Википедию. Дневники, которые она хранила с 1923 года, говорят о раздиравших Луизу Буржуа чувствах гнева, вины, страха. Богатое символическое творчество Буржуа носит глубоко личный характер. Его нельзя рассматривать отдельно от ее истории жизни. В 1932 поступила в Сорбонну, изучает математику. В 1936 занялась изучением искусствоведения в школе Лувра и в школе изящных искусств. Ассистировала Фернану Леже. Увлеклась левыми идеями, коммунизмом, сюрреализмом и конструктивизмом. Несколько раз посещала Советский Союз. В 1938 вышла замуж за американского искусствоведа Роберта Голдуотера, эксперта по первобытному искусству, который стал первым директором Нью-Йоркского музея первобытного искусства в 1957 году. Переехала в Нью-Йорк. В Америке она обратилась к скульптуре. Первая выставка ее скульптур прошла в 1949. В 1951 умер отец художницы. Луиза Буржуа получила американское гражданство. Начала преподавать на регулярной основе с 1960 года. В 1966 стала участницей феминистского движения. Начала использовать мрамор и бронзу при создании скульптур. Регулярно посещает Италию. В 1973 умер ее муж. В 1977 художница получила почетную степень доктора изящных искусств Йельского университета. Покупает большую студию в Бруклине. В 1982 прошла первая ретроспектива художницы в Музее современных искусств в Нью-Йорке. А затем первая персональная выставка во Франции. В 2001-2002 годах в Эрмитаже прошла выставка работ Буржуа, скульптур, предметов и литографий. Творчество Луизы Буржуа часто называют энциклопедией современного искусства, так как в нем нашли свое отражение все основные направления искусства 20 века. Кубизм, футуризм, сюрреализм, конструктивизм и абстракционизм. Ее работы абстрактные и фигуративные, реалистичные, сделаны в различных манерах и из различных материалов. Дерево, мрамор, бронза, гипс, латекс, ткань. Занималась графикой и живописью. На более глубоком уровне эти произведения выражали чувство разочарования и бессилия перед лицом разрушительной угрозы фашизма и войны. В 1982 написала текст «Жестокое обращение с детьми», в котором она определила свои художественные концепции почти полностью в рамках детских травм. Иллюстрацией этого периода является мраморная скульптура, сидящая женская фигура с головой, напоминающей здание. Молодые художники интересовались ее жизнью и работой из-за творческой независимости, использования различных стилей, ссылками к истории искусств и чувствительности к социальным вопросам. На 1990 год пришелся новый период творчества Буржуа – клетки. Эти конструкции представляют собой своеобразную изоляцию прошлого опыта. Длинный проход, похожий на тюремный, идет вдоль камер с образами прошлого и устройствами для пыток. Луиза Буржуа создала свой особый символический словарь, в котором личный опыт и фантазии, конкретизированные выразительные образы. Широкую известность получили пауки Буржуа. Металлические скульптуры огромных пауков. Использование паука не является признаком аранхофобии, то есть это страх перед пауками, а свидетельство об обертывающей и терпеливой матери. В 1999 году художница получила Золотого Льва на 48-й Венецианской биеннале. Умерла в 2010 году. Но так вкратце о американском скульпторе, живописце, графике французского происхождения Луиза Буржуа. Пока-пока, до свидания.